Звон колокола арки мира «Блаженные миротворцы» субботним утром 28 июля напомнил бендерчанам и гостям республики о том, как 26 лет назад российский миротворец протянул руку помощи Приднестровью, положив конец братоубийственной войне. Именно здесь, на месте памятного знака, жители расстрелянных бендер встречали воинов-освободителей, миротворцев-десантников Псковской и Тульской дивизии. Они были первыми. Им бендерчане дарили живые цветы. Сегодня здесь руководство республики, участники тех событий, молодое поколение и сами виновники торжества. Рука об руку российские миротворцы с военнослужащими Приднестровья. За 26 лет у них появилась общая история. В честь воинов-освободителей звучат государственные гимны России и Приднестровья. Уникальная миротворческая миссия себя оправдала, превзойдя самые смелые политические ожидания. Последние 26 лет в республике на Днестре мирно и нет войны. За 26 лет миротворец и российский, и приднестровский, и молдавский доказали состоятельность здесь у нас, сохраняя мир на нашей земле. За 26 лет не погиб ни один военнослужащий при исполнении служебного долга. Дети не слышали взрывов снарядов. И, наверное, это самое главное достижение здесь у нас дома, в Приднестровье. Сегодня присутствие российских миротворцев в Приднестровье вызывает множество политических споров. Военнослужащих, которые последнюю четверть века оберегают мир и спокойствие республики, предлагают заменить на гражданских наблюдателей. Тем не менее, миротворческая миссия продолжает сохранять проверенный временем формат. Вопросы миротворчества на берегах Днестра, равно как и приднестровская проблематика в целом, будут неизменно занимать одно из ключевых мест во внешнеполитической повестке Российской Федерации. Миротворцы – фундамент мира и безопасности в регионе. Об их благородной миссии известно как участникам событий 92 года, так и молодому поколению. Благодарность за мирное небо не имеет срока давности. Миротворческая миссия в Приднестровье – это очень важная миссия, потому что благодаря миротворцам на нашей земле есть мир. Мы очень благодарны им, потому что они спасли нас, точнее, спасли город Бендеры, который был расстрелян в 92 году. Что вообще никто не знал, что такое война. Чтобы дети росли веселыми, счастливыми, под мирным небом. Миротворческая миссия на берегах Днестра в этом году отметила свое 26-летие. В светлое завтра в Приднестровье, в мир, где нет войны, миротворцы отправились торжественным маршем.